Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Redmi 3 Pro. И сейчас я покажу вам, как включить режим энергосбережения. Итак, мы открываем настройки. Выбираем раздел «Батарея». Здесь мы выбираем режим «Текущий». И можем выбрать экономию энергии, либо ультраэкономию энергии. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.